Тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, всем крепкого здоровья. Прибыл я сегодня на водохранилище затемно. Разверлил я сейчас 11 луночек. Закормлю я все это дело сейчас мормушем. И будет у меня время, чтобы немножко попить чайку. Рыбачить я сегодня буду на безмотылочку, на разные мормышки. Лунки сегодня по-простому закормлю. То есть без каши, без сухарей. Вот так вот по целой кормушечке мормуша сейчас буду заряжать. В общем, хочу проверить я одну теорию. Один раз приехал на водохранилище и закармливал плотву. Закармливал я ее кашей, сухарями. Вот. Ну и в общем, рыба-то на корм встала, вот, но на мормушку перестала клевать. Поэтому вот хочу попробовать без каши сегодня, без сухой смеси. Просто чисто мормушем, чтобы он там на дне плавал, какие-то телодвижения создавал. И этим самым рыбу привлекал. В общем, ребят, более-менее расцвело. Теперь уже можно снимать. Поставил я вот такого маленького черта овсиночку. Это где-то 0,6 грамма. Сторожок у меня идет карбоновый самодельный. Видео на канале есть. И удильник тоже самодельный. Тоже видео есть на канале. Значит, лесочка 0,121. И сейчас я иду на первый круг. Тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то очень хороший. Ой, леску травит. Ой, кошмар. Кто ж там такой жесткий-то? Ой-ой-ой-ой. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вообще никак. Еле-еле. Не сдается. Фух. Жесткая рыбка попала. Тут. Кто ты, кунёк? Эх, руку намочил. Вот какой хороший. Зацепился за край лунки. Вот это рыбеха. Рыбеха так рыбеха. Вот чертик, синочка, впился в губу. Класс. Мощь. Вот, ребят, рыбка. Фух, адреналина, конечно, добавила сейчас знатно. Прям красавец. Такой грамм 500, наверное, есть. Хороший. Давайте сейчас, ребят, его взвешаем по-быстренькому. Пока у нас лежит. Так. Ух. 730 грамм окунь.
730 зафиксированный вес. Знаете, ребят, сколько лет этому окуню? Этому окуню больше 12 лет. Вот. И как-то у меня, если честно, рука не поднимается его просто взять, забрать домой и съесть. Поэтому давайте мы его сейчас отпустим. Ну что, брат, спасибо тебе. Я знатно кайфанул. Теперь ты можешь бежать во свояси. Вот так. Ух ты! Класс! Вообще кайф. Ребят, для тех, кто не особо сильно понимает, на какой леший я отпускаю рыбу такую. Дело в том, что у меня в водохранилище такой рыбы не так уж и много. Вот, и у меня просто чисто по-человечески не поднимается рука, чтобы взять и, ну, грубо говоря, съесть окуня, да, который прожил в водоеме там 12-15 лет. Вот, для меня эта рыба — это нечто большее, чем рыба. Для меня это просто трофей. Ну да, самый настоящий трофей. То есть я пришел, я смог проявить какие-то свои навыки, смог уговорить эту рыбку. Вот она клюнула, и это моя награда. А чтобы поесть, ну, как-то... Чтобы покушать, я возьму окуня и тех, которые влазят на сковородку, понимаете? А эта рыба, она все-таки такая, она перерастает из ряда обычных рыб в разряд каких-то уже, ну, не знаю, благородных, что ли, рыб. Поэтому такую рыбку я обычно отпускаю. Не знаю, поймете вы меня или нет, но я думаю, что большинство из вас меня поймут. Ну а теперь давайте продолжать рыбалку. Кто его знает, может, сегодня еще крупнее рыба клюнет. Оп, есть. Тоже хорошая какая-то рыбка. Это подлещик, скорее всего. Да, это подлещик. Вот, забился перед лункой. Уф. Опа. Тоже чертов синка. Вот, под нижнюю губежку. На подлещичках я буду брать, чтобы их можно было завялить. Вот такой. Вот на этого черта. Желтая бусинка, красный кембрик. Оп. Чуть не убежал. Ух, какая рыбка хорошая присела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты смотри, что делает. Как тянет. Ой-ой-ой. Бьется. Бьется, леска поскрипывает. Кто там? Окунек. Опа. Окунечек. Чертик. Ну. Какой. Угу. Я, ребят, сегодня тоже на овсиночку схватил. Вот видите. Я сегодня, парни, окуньков не беру. У меня окуньков в холодильнике на жареху лежит 10 штучек примерно такого размера. Так что мне пока без надобности. Потом наловлю еще. Но рыбешка красивая какая. Хорошая. Красавчик какой. Ух. Красавец. Давай. Сигай. Ну. До свидания, дорогой. Да. Надо, парни, немножко подзаправиться, а то откуда силы-то брать, чтобы крупных окуней из лунки вытаскивать?
Кто не работает, тот ест. В общем, ребят, первый круг я завершил. Несколько рыбок я поймал, но было у меня также несколько интересных поклевок, явно лещевых. И поэтому я вот хочу попробовать сейчас вот такой вот чертик-спичка. Как правило, черти-спички достаточно хорошо действуют по белой рыбе, такой как лещ. Здесь у меня установлена бусинка такая вот, арбузик и ярко-оранжевый стопорный кембрик. Посмотрим, какая рыбка у нас сейчас проклюнется на этого интересного красивого черта. Черт Иванова, кстати. Вот такой. Оп, в самом верху. В самом верху кто-то прицепился. Лесочка путается. Заплатка, наверное, небольшая, или окунек, или... Эх, цепился. Так, я не понял, кто это был. Кунёк, наверное. Кунёк не крупный. На чертик спичку. Может, окунёк чуть покрупнее просто. Да, скорее всего. Ну, такое, грамм 100, может. Уф. Ух, смотри-ка, попёр как. Может, подлещик? Вот точно подлещик. Подлец клюнул. Смотрите, как клюнул. Жестко. Всего черта. Просто туда. Спичку. Он стоял, видимо, сразу взял. Как вот это цепить-то? Вот. Но не крупный. Ладно, работает чертик этот. Хорошо. Вот такой красавчик. Удивляется хорошо. Окунёк, что ли? Толчки такие, а нет. Дяденька. Лещик. Вот. Пожалуйста. Сработал. Чертик. Спичка опять. Хватнул. Тихо. Как его цеплять-то? Ах ты. Руки скрючились от холода. Вот так. Такой чертяка. Вот. Рыбка. Красивая, хорошая, на лобу самое то.
Пошел я сейчас, ребят, на следующий круг. Поставил вот такого вот чертика. Тоже чертик Иванова с красным тройничком, желтой бусинкой и оранжевым стопорным кембриком. Посмотрим, принесет ли результат такой чертик и оценит ли его рыба. Вот. Наверху очень высоко взял. Хороший. Бьется хорошо. Круги наворачивает. Ух ты. Куда? Ты смотри, что делать. Идет. Ты смотри. Идет. Кто там? Вот, хороший. Попал. Классно. Вот, ребят, на высоком подъеме. На чертика Иванова. Красным тройничком. Вот попал. Хороший такой подлещичек. Класс. Вот какой. Ого. Приподнял. Чуть-чуть приподнял. Рыбка какая-то мелкая, наверное, окунек. Яйца рожка. Рожка. Яйца рожка взяла. На красного чертика. На чертика с красным тройничком. Вот. Смене игры. Пригнулся, загнул. Подлещичек точно. Вот, скушал черта. Опять все крючки в пасти. Он как берет. Ну, нормальная рыбка. Вялить пойдет. На очередной круг поставил чертика в синку. Того, с которым мы начали рыбалку. Посмотрим, какая рыбка еще проклюнется на него. Ух ты! Это была поклевка. Загнула так. Расцепилась. Ну, рыбка не крупная. Но поклевка была дикая. Вот как хватает черта жестко. Вознился. Вот, хорошо тянет. Кто там? Сорога. Благо. Сорожка попала на смену проводки.
ты. Ты кто? Ёлы-палы. Хорошо тянет. Добрая рыбка. Куняк, наверное. Куда-то в сторону ушел. Потянул сначала хорошо. Окунек. Вот. Классный окунек. Граммов 100 есть точно. Вот, и чертика взял. Сначала приклевывался на первой проводке. Но как-то не уверен. Вот. На второй проводке дожал. Вот красавчик. Давайте, беги. Я сегодня вас не беру. Здесь меня пожарить. Давай. Газуй. Это что-то тяжелое, парни. Ух ты. Ух ты. Вот это он тянет. Кошмар. Тихонечко давай. Тихонечко давай, иди. Ты что ж ты? Убежал, собака. Сошел. Паразит. Эх. Не потянуть его было быстро-то. Хорошая была рыба очень. Где-то, наверное, в районе килограмма. Вот, ребят, рыбка, которую я сегодня взял домой. Подвесочки такие. На облу. Рыбу я сегодня поймал на черта, значит, опять достаточно хорошо отработали черти Иванова. Нравится мне, как они засекают и держат рыбку. Значит, в конце рыбалки был очень обидный исход достаточно серьезной рыбы. В целом сегодня рыбалка, я считаю, что полностью удалась. Был пойман трофей, был запечатлен, был отпущен. Но у меня сегодня, ребят, все, поэтому увидимся с вами на следующей рыбалке.